Говоримо з політтехнологом Михайлом Шейтельманом, який на зв'язку зі студією 24-го. Пане Михайло, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава, здравствуйте. Пане Михайло, якщо можна, в хронологічному порядку по подіях хочу пройтися. Чому так? Тому що перед тим, як ми дізналися про підрив Каховської ГЕС, мали ми ракетну атаку. Чергову, масштабну. Ну і, на щастя, 35 ракет з 35 були збитими. Ну і як я, до прикладу, дізнався про підрив Каховської ГЕС, тому що в той момент була повітряна атака, я прокинувся, відповідно, моніторив телеграм-канал і побачив цю новину. Так от, все-таки спочатку про цю ракетну атаку. Дивіться, ми маємо, мало не через день вони тепер по нас б'ють ракетами або ж безпілотниками. І от, на вашу думку, що ви в тому вбачаєте? Це в них, в росіян, якесь друге дихання відкрилося з тими ракетами-шахедами? Або ж ви скажете, що це в них вже агонія? Ну, странно они вообще какие-то. Особенно странно, что вот такие именно атаки, согласитесь, да? Если нам удается сбить 100%, значит, они как-то совершенно не применяют никакой, ну, скажем так, фантазии, потому что просто тупо ломиться в закрытую дверь, но это вряд ли самый эффективный способ. У меня вообще такое ощущение, что они делают это достаточно механистично, то есть приказ отдан, мы его выполняем, все. Вот есть приказ бомбить Киев, как только есть ракеты, сразу бомбите всем, что есть. Подвезли Искандеры, бомбим Искандерами, подвезли Шахеды, бомбим Шахедами. Вот какой-то прямой логики в этом я не вижу. То есть изначально-то их цели были понятны. Не то, что этого не было изначально. Я имею в виду, сейчас последняя волна атак, когда они обнаружили при помощи одной ракеты, сбитой одной вот этой ракеты «Кинжал», что у нас стоит новая система ПВО «Патриот», они решили действительно выяснить, грубо говоря, как работает «Патриот». Ведь понимаете, в чем история-то, да? «Патриот» — секретная, естественно, технология американская. Это новая абсолютно система, это не то, что работало раньше во время предыдущих войн, там, в 90-х годах, например. И просто никто в мире, в том числе россияне, не знает, по какому принципу она устроена. И при помощи вот всех этих разного рода обстрелов они пытаются понять принцип, чтобы таким образом вычислить центр управления этой системой и дальше уже ее уничтожить. Но, похоже, им это ничего не удалось. И сначала, когда они делали массовые такие выстрелы, ну хотя бы такая была логика, но сейчас больше похоже на действительно... Ну, агонию я бы называть не стал, к сожалению, нам... Очень-очень далеко до полного уничтожения Российской Федерации, а без этого, как то событие, которое мы с вами еще будем обсуждать, показывает, без этого нельзя победить в этой войне цивилизованному миру. Вот, поэтому нельзя назвать агонией, но такие механистичные действия, да, действия, не имеющие смисла в нинішній ситуації. Пане Михайло, от ці їхні нелогічні ракетні обстріли, да, от черговий цієї ночі був, і коли під час тривоги моніторив телеграм-канали, моніторив ту інформацію, яка на той момент надходила, от тоді і побачив інформацію спочатку від росіян про те, що гребля Каховського ГЕС була підірвана. І я не повірив, знаєте, от тоді, о 3-й годині ночі, да, окей, о 3:45, я не повірив цьому, ну тому що перед тим десятки, окей, не скажу сотні, але десятки разів точно це обговорювали, і казали, що це абсолютно нелогічно, що жодних якихось вигод росіяни з того не отримають у разі, якщо вони подібне зроблять. Ну, ми знали про те, що гребля замінована. Менше з тим, зранку прокинувся, коли то побачив підтвердження тієї всієї інформації. На вашу думку, поділіться власними припущеннями, нащо вони подібне зробили? Причому вони ж то кажуть, що то не вони. І от якщо можна, да, давайте різні версії розглянемо, якщо це вони, якщо це ми, або ж якщо гребля сама. От що з цих варіантів вам спадає на думку більше є ймовірним? Да нет, я как бы готов только один вариант обсуждать, что это они, потому что тут у меня сомнений нет, зачем все остальное, только сбивать фокус, да? Вопрос зачем? Вот действительно, если утром рано, когда все это случилось, было мне не совсем понятно, зачем, потому что с точки зрения военной они, как я поспрашивал, там, кого мог, что они не получают каких-то военных преимуществ от этого взрыва. То есть в этом не было военного смысла. Имеется в виду, там, знаете, вот эта версия о том, что это нам мешает наступать, так вроде говорят, что не мешает. Там, где мы собираемся наступать, там нам то, что взорвали дамбу, не мешает. Вот. Но вы знаете, постепенно в течение дня у меня как-то нарисовался, мне кажется, смысл. И он как раз вот в этом споре, кто взорвал. Вот в этом, мне кажется, смысл. То есть они взорвали, чтобы нас обвинить. Все. Это вот их военная хитрость состоит в том, что они взорвали, чтобы выставить нас, соответственно, некими там маньяками-убийцами, которые тут вот такое творят, геноцид собственного народа, экоцид, там военные преступления. Ну, кстати, да, взрыв ГЭС является военным преступлением, согласно какой-то там конвенции 1977 года. То есть они это взорвали, чтобы обвинить нас в военных преступлениях и, соответственно, чтобы заставить нас прекратить войну. То есть вот чтобы мир ужаснулся, что Украина творит такое, и заставил Украину остановить военные действия, прекратить огонь и зафиксировать ту линию разделения, о которой мечтает Россия, то есть вот нынешнюю линию фронта. Вот и все, очень простой план. Вот и единственная их цель, похоже, потому что сейчас вся их политика говорит о том, что они к этому готовились. Они готовились к тому, чтобы взорвать и обвинять нас дальше. И в этом их задача прям. А наскільки це їхній план буде результативним, може бути результативним? Як наші союзники це все сприймуть? Чи будуть подібні заклики до України? І якщо можна, от ваші припущення, хто такий розумний там в Кремлі, що от такі плани розробляє? Значит, да, на последний вопрос проще всего ответить, это в ведомство ФСБ, ну, то есть это в их компетенции вот такие вещи делать. Они же должны что-то делать. Пока армия воюет, армия задача воевать. Армия могла бы тоже взорвать по своей инициативе эту ГЭС, но это если бы они объяснили, знаете, нам вот с своей точки зрения надо взорвать, да, и взорвали бы. А ФСБ сидит и разрабатывает операции провокации. Ну вот просто это их работа такая, это их обязанность, поэтому это ФСБ. Теперь, насколько это получится? Ну, вот я только что посмотрел репортаж, как это выглядит на CNN, например, репортаж о том, что произошло. Там пока выводов-то однозначных никто не сделал, кто взорвал. То есть пока там не сообщается, Россия взорвала. Там сообщается, что была взорвана дамба. Дальше эксперты, но пока это не эксперты, пока это, в общем, телевизионщики, да, берут спутниковые снимки и показывают, как что происходит. Поэтому я думаю, сейчас будет какой-то перерыв некий, к сожалению, на то время, когда эксперты настоящие, не телевизионные, а вот в смысле технологические, смогут выяснить, как это взорвалось. Ну, потому что просто по внешним даже, я думаю, повреждениям этой дамбы можно будет определить, что она была взорвана, что взрывчатка была заложена вот здесь. Или вот здесь, да, или же это внешний там удар, или это внутренний, это все будет выяснено. Если это было взорвано, там, не знаю, ну, давайте, фантастические варианты, что это Украина ракетой стрельнула, но эту ракету бы зафиксировали из космоса, ее было бы видно, то есть это не то, что это вот прям какая-то секретная суперракета, которую невозможно обнаружить, это все ерунда. Поэтому если это взорвалось изнутри, если это место контролирует, тут, понимаете, нет каких-то суперсекретов. Взорвали изнутри и контролирует это место Российская Федерация, то значит это Россия взорвала, а кто еще мог. Вот и все. И вот сейчас будет эта пауза, мне кажется, на это исследование. А пока вот сейчас там наш депутат Алексей Гончаренко отстаивал нашу правду на CNN на хорошем английском языке, объясняя, что это взорвали росіяни. Но пока это как бы мнение наше против их мнения. Але ж бачите, у разі, якщо цей вибух здійснили ФСБшники закладеної вибухівки, то, знаєте, оця вода, вона, яка знищила Дана, тепер змила цю дамбу, вона знищила і усі сліди цього злочину. Ви згадали про те, що має бути слід від ракети, а може і не бути того сліду. Ну, я про те веду, бачите, що все-таки іноземні експерти на слово нам не вірять. Да? Офіційний Київ заявив, назвав конкретні прізвища, конкретні ці посади, хто те зробив. 205-й, це от 205-та бригада армії Російської Федерації. Тобто ми кажемо конкретно хто, але бачите, ви кажете, що нам не вірять і потребуватимуть перевірки наших слів, а щоби перевірити, то як це зробити? Ну, я про те, що вода-та все ж скрила. Да, я понимаю. Значить, нет. Я не сказал, что будет проведено следствие. Следствие провести невозможно, потому что территория оккупирована. Поэтому какие там уже к черту следы? Понятно, что россияне нарисуют там любые следы, какие хотели бы, такие нарисовали. Когда ты знаешь, что ты имеешь дело с людьми, ну, с организацией, которые попытаются эти следы скрыть, то о чем тут речь? Нет, я не про следствие. Я говорю про техническую экспертизу того, как это произошло. То есть давайте так вот по-простому скажем. Пункт первый. Да, и, конечно, взрывало это не ФСБ. Это, как вы меня спросили, чья идея? Идея ФСБ. Взрывали, естественно, военные, потому что ну, поручили каким-то там военным. ФСБ таких операций проводить сама-то, наверное, масштабная операция. Сколько там взрывчатки было заложено, просто очень много. Вот, но... Видите, это будет не следствие, это будет техническое расследование. То есть из космоса точно известно, где россияне, а где мы. Вот про каждый сантиметр этой дамбы известно, кто контролировал этот сантиметр дамбы. Российская Федерация или же наши войска. Вот. Дальше. Вот будет опять-таки изучен каждый квадратный сантиметр спутниковых снимков, откуда пошло, каким образом и так далее разрушение. Потому что я это сейчас видел, вот на CNN все делалось, но делалось пока, естественно, на любительском уровне. Просто вот у журналистов же нет снимков посекундных того, что происходило, а есть там снимок до, снимок после, и они сравнивают, какие элементы исчезли первыми. Да, вот прямо это все было показано. Вот. Естественно, что эти элементы были прямо показали, да, в той зоне, которая прямо близко к тому берегу, где россияне. Но дальше, что это за элементы, которые исчезли первыми? Могли ли они исчезнуть от внешнего воздействия или только от внутреннего? Вот в этом весь, собственно, вопрос. Но при этом тоже, я бы сказал так, есть такая еще история, что есть же политическое доверие или недоверие. Вот, например, президент Латвии, вновь избранный недавно, то есть новоизбранный, Эдгар Сленкевич, он уже призвал осудить Россию, там, наказать Россию и так далее. То есть президент Латвии же не сидит и не говорит, давайте подождем экспертов. Президент Латвии прямо говорит, давайте наказывать Россию прямо сейчас. Вот, понимаете, точная разница, да, между теми, кто нам доверяет и кто нам еще не доверяет до конца. Просто... Ну, есть одна позиция, которую можно называть так. Раз Россия напала, то все равно она виновата в любом случае, поэтому можно ее обвинять сразу. Как и делает Ринкевич, говорит, Россия взорвала, все, до свидания. А можно относиться к этому как к объективному расследованию. Что, в общем, мне кажется, на второй год війни не зовсім умісно. Пане Михайло, коли зроблять правильні висновки, да, які відповідають дійсності, і коли стане зрозуміло усьому світу, сподіваюсь, провина Російської Федерації, яке буде Москві за це покарання? Яке може бути Росії за це, в принципі, покарання? От які механізми її за цю дію покарати? Ну... Трудно сказать, что будет прям обязательно какое-то великое наказание, потому что а как ты ее накажешь, в принципе, Россию? То есть, с одной стороны, вроде бы, ну, надо посмотреть и почитать, но вроде бы, согласно вот конвенции какой-то 1977 года, какому-то приложению там конвенции, взрыв гидроэлектростанции является применением оружия массового поражения. Вот прям, да, есть такая история. Но, казалось бы, вот ведь тут-то мы ее сейчас за это и накажем. Но вы знаете, то, что Россия уже совершила до сих пор, включая угрозу, например, применения атомного оружия против Украины и других без ядерных, это все по этой же конвенции не меньшее преступление. Но, как видим, Россия за него не наказана вообще. Ее до сих пор никто не бомбит, никто не вступил с ней в войну, хотя обязан был те, кто были обязаны согласно этому договору. То есть все остальные, например, ядерные державы, 4 штуки, должны были вступить в войну против России в тот момент, когда она... объявил о том, что нанесет ядерный удар по Украине или по Польше, скажем. Но, видите, не вступили же, поэтому здесь, ну что будет? Ничего не будет, как всегда. Что, санкции на кого? На Росгидро? Ну, не наложит никто санкции. Ну, или там на что можно, на то наложили, на что нельзя, на то не наложат. К сожалению, все это только предмет разговоров на после войны. То есть сначала нужно уничтожить российскую армию, к сожалению, потом уже разбираться с тем, что останется от России. Ну, потому что я думаю, что вот если взять масштабы ущерба, чисто вот материального даже, да, я не говорю про все остальное, про погибших людей, животных там. Вот если взять чисто материальный ущерб, то, возможно, этот ущерб от одного сегодняшнего взрыва будет сравним с ущербом, который до сих пор нанесен. Потому что это гибель региона целого, всей его экономики на долгие годы, экологии и так далее, осушение территории. Ну и еще раз, это непредсказуемо. Вот как сегодня сказал наш президент, что мы в течение недели увидим последствия на самом деле этого. И все специалисты так говорят. Это уникальная история. Такого никогда в истории не случалось, поэтому мы не знаем. Никогда в истории не взрывали дамбу, вода от которой идет на атомную электростанцию. Понимаете? Никогда в истории такого не было. Поэтому, ну как сегодня можно это предсказать? Пане Михайло, росіяни зробили іще більш масштабніший цей злочин. І от тепер логічне запитання, а чи зупиняться вони від наступного кроку, іще більш страшнішого злочину? Я про підрив Запорізької атомної станції у разі, якщо їм звідти доведеться тікати. Вірніше, коли їм доведеться звідти тікати. Чи не може так статися, що вони все-таки наважаться те зробити? Не доставайся же ти нікому. От така логіка в них з Каховської ГЕС схоже, да? Розмірковували про те, що їм треба, бо звідти вода йде на Крим. Ну, тобто логічних пояснень, чому цього не робити, їх мільйон. Так само, як і логічних пояснень, чому не робити підрив Запорізької атомної станції, що ця хмара може піти на Росію або на Європу і так далі, тому подібне. Менше з тим. От цей крок вони зробили з Каховської ГЕС. Чи може так статися, що і Запорізьку атомну вони підірвуть? Знову таки, чисто теоретичні ваші щодо цього розмірковання. Ну, подорвут, давайте так, при отступлении то, что они бы уничтожили там все, что можно уничтожить, вывезли бы все оборудование, которое можно вывезти, это я даже не сомневаюсь. Но имеется в виду, там же есть какие-то силовые машины и так далее, то бы они все взорвали, вывезли обязательно, это же россияне. Станут ли они делать из этой атомной станции грязную бомбу, то есть взрывать и делать из нее новый Чернобыль? Но тут сомневаюсь, потому что им только из-за одной причины, потому что Турция, да, рядом, и потому что последствия для взрыва такой станции, это последствия большие для Турции, в частности, а от Турции они полностью зависят, поэтому это бы их могло сдержать, ну, в этой ситуации, но не более чем. Конечно, они бы разрушили станцию так, что мы не могли бы ее долгие годы еще использовать, пока бы мы ее не отстроили заново. Это они сделают обязательно. Но тут другой вопрос. Мне кажется, что вот сегодня очень хороший вопрос был задан, такой риторический. Одна просто девушка вот в Фейсбуке, я читал, говорит, ну теперь что, еще у кого-то есть разговоры о том, что на уровне исполнителей не будет выполнен приказ об использовании ядерной бомбы. Помните, говорили, ну исполнители же, вот как, когда им прикажут генералам взорвать эту бомбу, они же не будут ее взрывать. Но, как видите, когда им приказали взрывать плотину, они преспокойно взорвали плотину ГЭС. Поэтому да, будут они применять ядерную бомбу. Главный вывод, который должно сделать человечество, это то, что нам надо человечество к этому подвести. К сожалению, у нас на это еще много времени, потому что пока длится война, преступление россиян будет продолжаться. Это главный вывод, это в том, что мы должны после войны отобрать у них ядерное оружие и, в принципе, отобрать у них возможность использования ядерной энергетики тоже, о чем пока еще никто не говорит. То есть можем ли мы доверять России, Российской Федерации, этому государству, в принципе, термоядерную реакцию, да? Вот. Мне кажется, что после таких дел, после того, как выяснилось, что это просто современные вандалы, вандалы 21 века, это невозможно совершенно, это нельзя допустить. Нужно у них будет все это отбирать. Пане Михайло, коли обговорювали оцей ексцес виконавця, да, чи натисне росіянин червону кнопку, або ж відмовиться виконувати цей наказ, то ті, хто в тому розбирається, як воно все організовано там, то кажуть, що направду регулярно ту кнопку натискають і кожного разу просто не знають. Це тренування або ж це наказ про реальний запуск буде після того, як цей росіянин кнопку натисне. Тобто в них регулярно це вже відбувається. Тому натиснуть. Просто от немає в тому жодних сумнівів. Ну, наверное. Я, вот, честно говоря, не знаю, есть ли люди, которые знают, как это работает в России по-настоящему. Ну, потому что люди как бы соотносятся со своим прошлым опытом, который когда-то там что-то было. А как там сейчас работает, черт его знает. Я не знаю, честно скажу. Пане Михайло, щодо того, що відбувається на тепер в Шебекіно, і ще одна гаряча точка на мапі україно-російської війни, і те, як Кремль на те реагує, те, як Кремль з тим бореться. Ну, тобто ми собі там, коли розмірковували, коли перші ці акції були, ми собі думали, що, можливо, Кремль відреагує адекватно, ну, логічно, знову ж таки, да, вже не один раз цей термін використовуємо, а Кремль кожен раз нас дивує. Так от, ми думали, що він логічно відреагує, тобто змушений буде частково виводити свої війська з України, щоб там от в Шебекіно наводити лад, щоб закривати україно-російський кордон. Цього не сталося. Кремль заявив, що то робити не буде, що він, ну, там, мобілізованих курсантів задіє, і Росгвардію, якихось там спецназ і так далі, тому подібне. І от з огляду на таку реакцію Кремля, на вашу думку, РДК має шанси на те, що, щоб там масштабнішу Бучу, не можна це слово, да, використовувати, перепрошую, масштабнішу акцію там в цьому Шебекіно, в Белгородській області, в найближчих до України регіонів влаштувати? Ну, они уже проводят, будут проводить эти акции, это хорошо очень, конечно, и как мы видим, вот надо же понимать, да, что Шебекино обстреливается россиянами, да, российскими РСЗО обстреливают Шебекино, представляете себе? О чем мы таком думать даже не могли. И там до Белгорода, в общем-то, близко. И сейчас вопрос, мне кажется, для вот этого русского добровольческого корпуса, или как он там называется, Легиона Свободной России, добровольческого корпуса, сейчас вопрос, смогут ли они набрать людей. Вот это сейчас самый главный вопрос. Мне кажется, что даже Россия сейчас бросила лучшие силы, чтобы, как сказать, сделать вступление в этот корпус таким неприличным, что ли, да? То есть кто в него готов вступать? В него готовы вступать люди антипутински настроенные, и ну, какие-то, наверное, готовы. И вот с каждым днем таких акций, которые происходят в Белгородской области, этих людей будет становиться все больше тех, кто готов вступать. Это раз. Второе, кто-то готов, нужно, чтобы кто-то это финансировал, то есть чтобы вот эти беглые российские бизнесмены, ну как минимум, да, они бы это финансировали тоже, это же тоже необходимо. И вот Россия бросает все силы, чтобы сделать это все, чтобы изобразить их какими-то убийцами там жуткими, страшными нацистами. Причем они задействовали своих агентов в либеральной оппозиции в российской. Вот, например, этим сейчас занимается всячески Венедиктов тоже. Вот Алексею Венедиктову поручили доказывать, значит, что это все прям нацисты, фашисты, какие там еще, не помню, антисемиты. И он выступает по радио своему с тем, что вот как можно, нельзя, евреи не должны, не имеют права поддерживать русский добровольческий корпус, который поддерживает Холокост и так далее. Вот. Ну вот сейчас задача эта, я думаю, будет постепенно решаться этими добровольческими российскими организациями. У них появился отличный имидж, у них появился имидж реально воюющей армии. И, мягко говоря, вот знаете, вот сейчас, буквально вчера-позавчера проходили, так сказать, нет, вчера, по-моему, да, проходил в Европарламенте некий такой типа форум с участием вот российской оппозиции, где рассказывали, как надо там с Россией поступать, что там делать и так далее. В частности, один из российских либеральных оппозиционеров сказал, что нельзя побеждать Россию до конца, потому что иначе там будет еще хуже, чем сейчас. Нужно чуть-чуть ее победить и постепенно ее реформировать. Это прямо в Европарламенте говорили от лица российской оппозиции. Но они сегодня постепенно начинают выглядеть, вы понимаете, это российская оппозиция рядом с теми, кто реально борется за свободу России. И вот у них выбора сегодня два, у такой словесной оппозиции. Либо поддержать этот корпус, не обязательно же вступать физически, ну, не все умеют воевать. То есть либо эти силы объединятся и скажут, да, мы политическое крыло, они военное крыло, но у нас одна цель. А пока они говорят, нет, ну что вы, как можно воевать с оружием в руках против путинского режима, то постепенно они превращаются в часть путинского режима, понимаете? Ну я имею в виду вот эту безоружную оппозицию. Давайте так, есть вооруженная оппозиция и безоружная оппозиция. Вот безоружная оппозиция превращається в часть режиму. Пане Михайло, от ми, Україна, українці зацікавлені, щоб оцих от озброєних росіян було якомога більше, окей, озброєної російської опозиції, щоб ставало якомога більше, але допоможіть мені зрозуміти, от Україна піде на те, щоб, умовно кажучи, відкрити свої кордони для тих от росіян, які нині в Європі, і зажадають сюди в Україну потрапити, щоб тут вступити в лави от цього РДК. Ми зацікавлені давати якісь гарантії російським, я не знаю, там бізнесменам, які би спонсорували зброю, амуніцію для оцього російського добровольчого корпусу з табором, да, вербувальним, тренувальним табором в Україні. От наскільки Банкова на подібне піде? Наскільки Україні, на вашу думку, треба от це робити подібне? І як українці, да, ще тут таке в мене запитання, як прості українці цю ідею підтримують чи ні? Що хороші русські, да, будуть тут в Україні озброюватися, тренуватися? Я на 90%, на 90, не на 100, но уверен, что все вот то, что вы сейчас перечислили, все уже существует. Банкова здесь для этого даже не нужна. Потому что это наша разведка, там наши какие-то спецслужбы как раз. Ну, не знаю, какая из спецслужб за это отвечает, но какая-то из наших спецслужб, я думаю, отвечает за этот проект. Без того, чтобы это было, невозможно было бы то, что случилось. Ну, потому что понятно, что все эти люди находились здесь по желанию украинского руководства, с его благословения, так сказать, что их всех пустили туда через нашу границу, правильно, в Белгород, в Белгородскую область. Поэтому, конечно, вот все, что вы перечисляете, и пожертвования, и... Ну, кстати, пожертвования, по-моему, если я не ошибаюсь, Илья Пономарев, например, открыто собирает эти пожертвования. У него есть телеканал в Украине, который находится. И он на этом канале собирает пожертвования, по-моему, на русский добровольческий корпус, если я не ошибаюсь. На Легіон Свобода Росії. Ви розумієте, там такий нюанс є, направду, що не надто зрозуміло, хто з них хто і чи той Легіон Свобода Росії існує. Бо те, що РДК існує і воює, це ми наочно бачимо. А от щодо Легіону Свобода Росії є запитання певні. Хорошо, значит, вот Легион он собирает. Вот он собирает средства. То есть все это делается, в общем, почти открыто. Все остальное, что вы перечислили, делается менее открыто. И это нормально для любой страны в такой ситуации, естественно. Но есть один нюанс. Вы сказали, что откроем ли мы границу из Европы для вот этих либералов? Нет, не в этом задача. А вот эти либералы, которые в Европе, беженцы, ну там люди, бежавшие от мобилизации и так далее, не они пойдут воевать. Они должны быть... политическим крылом в большинстве своем, или же финансовым крылом, да, этой организации. Вот как было такое, там, Ирландская республиканская армия, помните, была политическое крыло и военное крыло. Политическое в парламенте заседало, а военное взрывало англичан. Или там, ну, так много у каких организаций такое бывает. Так вот, когда вооруженная российская оппозиция сегодня набирает людей, она должна набирать их в России, скорее всего, в России, не в Европе. В России есть большое количество противников Путина, и им же нужны бывшие военные, им же не нужны в смысле, творческая интеллигенция им не нужна, понимаете. Им нужны реально военные, и я уверен, что они набирают этих военных, что у этих бывших военных есть свои каналы связи, но это непросто. То есть вот здесь уже, я думаю, что и наша разведка задействована, и сами какие-то российских военных какие-то каналы, где они собирают этих людей, как-то их доставляют, их надо как-то доставлять через какие-то третьи страны. То есть, сидит там, представьте, военный в Иркутске, да, который антипутинский, и он через каналы связи связался с, с Легионом Свободной России и говорит: хочу к вам. Им говорят: давай, приезжай, мы тебя встретим. Но где его должны встретить? Например, в Тбилиси, или, например, в Казахстане, да, или, например, в Монголии. И дальше как-то уже договариваться. Не смысле, что им надо проезд оплачивать. Таких нищих тоже никому не нужно. Люди сами приедут. Но просто нужно же как-то канал, да, связи и доставки в Украину. Я думаю, что эта сложность, и она существует, но я думаю, что она как-то решается по чуть-чуть. Тим більше, що нам би хотілося, щоб це більш масштабна була історія, бо такі разові штуки, вони можуть працювати, але, умовно кажучи, нам то треба в умовній Монголії, щоб був вербувальний пункт, і щоб це було відповідних масштабів все мало. Да, так и есть. Но смотрите, например, в Лондоне он уже есть. Нет, не в физическом смысле, но газета The Times на прошлой неделе, собственно, написала статью об этом. Написала, что русский... Или Легион, опять, извините, если я их перепутаю. Вооруженная российская оппозиция набирает, написано было, 1000 бойцов для похода на Москву. И, соответственно, вряд ли можно было обратиться в «Таймс» за номером телефона, но, тем не менее, прочитав это, можно было понять, что все, что мне осталось, это выйти на, через сигнал, телеграм, что-нибудь на этих людей. Пане Михайло, і до ситуації тепер в Україні, до політичної ситуації, попри те, що ми мали такі трагічні події з ракетним обстрілом, з підривом Каховської ГЕС, але сьогодні президент Зеленський мав час і натхнення зустрітися з представником Папи Римського. Завітав сюди кардинал Римо-католицької церкви, і Володимир Зеленський з ним поспілкувався. Офіційно там все пояснили, що спілкувалися про українську формулу миру. Менше з тим, цей кардинал привіз якогось листа від Папи Римського, напевно, з його мирною ініціативою. Але, знаєте, на ті події, які ми на сьогодні мали, я б взагалі не здивувався, якби Зеленський відмовив цьому кардиналу у зустрічі, у побаченні. От як він відмовив свого часу німецькому цьому президенту Штенмайеру, коли той зажадав завітати в Україну. Мали там дипломатичний скандал, мали претензії від Німеччини щодо цього. На щастя, все залагодилось. Або, можливо, навіть через нашу відмову вони потім і мали прогрес, ці наші стосунки з офіційним Берліном. Так от, з кардиналом Зеленський побачився, знайшов час. Як так може бути? Що це за мирні ініціативи? І нащо, на вашу думку, цей візит кардинала? І нащо Банкова погодилася на цю зустріч? Да, во-первых, я не удивлюсь, но это неизвестно сейчас, но когда-нибудь это, может быть, станет известно, что изначально-то Зеленский, может быть, и отказался. Ведь, заметьте, да, со Штенмайером сначала Зеленский отказался, потом Штенмайер объяснил и приехал. Этого кардинала Папа Римский назначил достаточно давно. Но после этого, состоялась встреча Зеленского с Папой Римским. Это же было 2 недели назад. И уже там, я думаю, Папа Римский попросил Зеленского встретиться с кардиналом. И, соответственно, Зеленский наверняка выдвинул наши условия такой встречи, что там не будет разговоров и дальше список, каких разговоров там не может быть. Потому что если бы пришел тут кардинал и предложил нам подарить какие-нибудь территории Российской Федерации, или же обратиться в Гаагу с просьбой снять с Путина этот самый ордер на арест за похищение украинских детей. Видите ли, Папа Римский во всем этом кремлевском проекте, в частности, отвечает за снятие с Путина ордера на арест. Об этом это стало ясно, когда он слишком много стал заниматься якобы этими детьми, рассказывает, что он уже сколько-то вернул там практически, то есть вот сейчас всех вернет, уже почти проблема решена. Он и Алексей Венедиктов, да, 2 человека. Снова Венедиктов, 2-й раз его сегодня вспоминаю, но так уж получилось. Да. Ну что, тот от либеральной оппозиции, как бы, а этот от сверху, как раньше от главных там пытается решить этот вопрос. Вот. Я думаю, что все эти разговоры, встречи Папы Римского с президентом Зеленским, вот там и было договорено, о чем будет формат этого разговора. Второй, я думаю, что было, я не знаю, было ли это условие, или это сам кардинал захотел, не буду сейчас очернять, не дай бог, действительно и кардинала. Давайте так, вот у меня буквально вчера кто-то спрашивал, а вот приедет кардинал, и мне, вот тот, не помню, с кем это был разговор, спросили, но он же в Бучу не поедет, сказали мне. И вы знаете, он поехал в Бучу, понимаете, кардинал сегодня. Поэтому я думаю, что раз он поехал в Бучу, то есть человек, который как бы признал тем самым... Поездка в Бучу — это значит признать геноцид украинского народа. Хорошо, без слова геноцид. Признать военные преступления россиян в Украине. И он это сделал, кардинал. Вот. Поэтому он, собственно, и заслужил этим, я думаю, встречу. И действительно, как видим, обсуждалась формула мира. А что там в письме, ну что-нибудь там... А мы еще 1000 детей спасли, отпустите Путина, пожалуйста. Но это я сейчас про самые плохие части говорю. Все остальное там вполне, я думаю, политкорректное. Тобто аналогія з німцями працює, відповідно, і з Ватиканом ми також прогрес в цих відносинах, в розумінні Ватиканом реальної ситуації, ми прогрес також маємо. Ну да, выглядит так, что мы этот все-таки прогресс у нас есть, я тоже думаю. Уже замолкли, по крайней мере, никто не выдвигает мирных планов. Тем более, знаете, вот довыдвигались, называется. Знаете, на прошлой неделе россияне сейчас вот активизировались с этими мирными планами своими фейковыми. И на прошлой неделе министр обороны Индонезии, вы, наверное, слышали, выдвигал мирный план, выступая на саммите по безопасности в Сингапуре. И представляете себе, вот сегодня на самом деле выяснилось, что мы спасли всю индонезийскую армию, понимаете? Потому что если бы мы согласились на мирный план министра обороны Индонезии, то сегодня, прямо сегодня, вся индонезийская армия уплыла бы в Черное море, как вы догадываетесь. Потому что их план был в том, что наши войска, наши и российские, отодвигаются на 15 километров от линии фронта, каждый назад, а туда вступает индонезийская армия. Так вот сегодня, взорвав Каховскую ГЭС, россияне бы смыли в море всю индонезийскую армию таким образом, как вы понимаете. Пане Михайло, і наостанок про наш контрнаступ хотів би попитати. Ось міністр оборони РФ Шойгу бідкається, що третій день поспіль вже цей контрнаступ триває, але він тішиться, що 100-500 ще там леопардів знищено і так далі, і тому подібне. Менше з тим, от на вашу думку, з ваших спостережень, вже почалося, вже дійсно третій день триває наш контрнаступ, активна фаза контрнаступальних цих дій, або ви, може, якось інакше це все сформулюєте, або ж все-таки ми іще вичікуємо і просто чекаємо слушного моменту? Да не, ничего мы не ждем, конечно, мы давно его ведем. Просто называть, ну это же можно, это же вопрос терминологии, что называть, что не называть. Я могу описать, в какой стадии и фазе мы находились до сегодняшней ночи, по крайней мере. Вот была фаза, ну давайте так, фаза 1 была, весь май продолжалась, это использование ракет Storm Shadow и других наших средств, ранее нам поставленных, для выбивания в тылах горючего, в первую очередь, боеприпасов. И действительно, логистику горючего мы им нарушили, об этом сообщила британская разведка, что они перестраивают логистику горючего по результату наших обстрелов. Вот все эти взрывы в бесконечные, ну уже бесконечные почти, в Бердянске, в Мариуполе. Это то, куда мы раньше не били. Да? В Луганске, куда мы раньше не били, потому что не могли прицелить. Это была первая фаза. Вторая фаза началась действительно какие-то сколько-то дней назад, не знаю сколько. И если посмотреть, вот только за вчера-позавчера, там, 5 разных источников сообщили о 5 результатах, между прочим. Наше военное командование, генерал Сырский сообщил, что мы продвинулись в районе Сватова. Пригожин сообщил, что мы отбили часть Бахмута. Стрелков сообщил, что мы отбили какие-то села под Авдеевку. И, наконец, Белгородская область, но это как бы отдельно, да, еще одно направление контрнаступления. Вот. Поэтому, да, все идет. Меня теперь беспокоит, конечно, что будет после взрыва дамбы. Затормозит ли это, наверное, сколько-то дней? Там вопрос все равно, понятно, что это вопрос там дней. Может быть, это затормозит, а может, не затормозит. Тут меня не хватит военного образования, чтобы это сказать. Вот. Ну, понятно, что на других фронтах не затормозит, но это же уменьшает количество фронтов, понимаете? Идея была какая? Мы между 5 фронтами одновременно принимаем действия на 5 фронтах, русские должны туда-сюда бросать войска, мы этим пользуемся, и в нужный момент, где видим у них слабину, туда и прорываемся. Вот примерно такая... Ну, так воюют все, в смысле, это не тайна военная, поэтому я ничего, естественно, выдать не могу, потому что ничего не знаю. Ну вот возможно, что нам сокращено поле боя тем, что произошло сегодня с Новокаховской ГЕС. Пане Михайло, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, відповіді і пояснення. Політтехнолог Михайло Шейтельман був на зв'язку зі студією 24 каналу.